Якутия вошла в число лидеров регионов России по эффективности и прозрачности закупочных систем. Рейтинг составила общественная организация «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам». Отметим, что в этом году на сайте единой информационной системы было опубликовано порядка 30 тысяч извещений на сумму около 48 миллиардов рублей. По результатам аукционов из этих средств сэкономили больше 1,5 миллиарда рублей. Как отмечают специалисты, это происходит благодаря растущей конкуренции на аукционах и привлечению местного производителя. Подробности у Саргаланы Захаровой. 1 миллиард 600 миллионов рублей сэкономили в этом году по итогам закупок для обеспечения государственных муниципальных нужд. Это на 400 миллионов больше показателей прошлого года, сообщил руководитель комитета Александр Попов. Посредством аукциона надо как много больше получать экономии, да, это как бы показатель в том числе и итогов аукциона. Это превысило показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличено на 25%. Аукцион проходит на понижение начально заявленной стоимости товаров и услуг. Чем больше участников, тем больше сэкономленных средств соответственно. Среди поставщиков есть и представители малого и среднего предпринимательства. По итогам 9 месяцев 76% всех заключенных контрактов приходится на их долю. На сегодняшний день законом установлено 233 ФЗ, установлено участие малого бизнеса в размере не менее 15% от всех государственных закупок. Мы стремимся к тому, чтобы наши производители, именно производители, как можно больше представляли своих товаров и услуг на этом рынке. Это дает многогранный эффект, отмечают в ведомстве, в первую очередь экономический, а также и социальный, так как с увеличением спроса наращивают и производство, а следовательно появляются новые рабочие места. Также, кроме государственных заказчиков, большая доля заказов приходится на крупные предприятия. За 9 месяцев они заключили контракты на 3 с небольшим миллиарда рублей. Это выше установленной квоты на 10%. Однако существуют и проблемные вопросы. Из-за недостаточной информированности предпринимателей нередки случаи отказов от контрактов. У небольших особенно предприятий существуют большие трудности в участии в таких аукционах в крупных компаниях. Поэтому мы хотим и рассматриваем такую возможность создания постоянно действующего консультационного центра, куда любой предприниматель мог бы прийти и, по сути, научиться, как заполнять эту сложную конкурсную документацию для участия в наших конкурсах или в конкурсах других крупных компаний. Большим спросом на сегодня пользуются поставки расходных материалов для компьютерной техники, на услуги по проведению экспертизы, проектно-сметной документации и на поставку мебели. Также одни из крупных объемов контрактов приходится на строительно-монтажные и дорожные работы, а также лекарственные средства. Саргалана Захарова, Владимир Павлов, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.